Петрозаводская ТЭЦ может быть включена в федеральную программу по реконструкции турбин и турбоагрегатов. Такое обращение направлено в правительство России от имени компании ТГК-1 и правительства Карелии в связи с тем, что первая турбина городской теплоэлектроцентрали уже выработала свой ресурс. Об этом сегодня говорили на круглом столе. Он состоялся на производственной площадке ТЭЦ и был посвящен празднованию столетия профсоюзного движения республики. Место мероприятия было выбрано не случайно. Это одна из лучших компаний в сфере социального партнерства в регионе. Подробности далее. Только равноценное сотрудничество между работниками, работодателями и властью может стать залогом успешной деятельности любого предприятия. Об этом рассказал премьер-министр карельского правительства Александр Чепик, открывая круглый стол, посвященный столетию профсоюзного движения республики. Производственная площадка Петрозаводская ТЭЦ для дискуссии выбрана не случайно. Карельский филиал ТГК-1 – образец успешной социальной политики. По словам премьер-министра, профсоюзы объединяют всех работников, а не только тех, кто в них состоит, поскольку главная их задача – отстаивать интересы трудовых коллективов. Получается объяснить людям, которые работают, наши шаги, получается достучаться до их сердец, до их сознания, и в результате этого нам получается развивать экономику региона, повышать заработную плату. Только согласием, обсуждением и объяснением тех задач, которые стоят перед нами, нам получается вот эти сложные вопросы решать. Ключевую роль во взаимодействии между работниками и работодателями играет выстроенная система социального партнерства. Она четко регулирует вопросы трудовых отношений. Сегодня, благодаря ей, в Карелии уже заключены около 1000 коллективных договоров. Главное достижение – соглашение о повышении минимального размера оплаты труда. Председатель объединения карельских профсоюзов Илья Косенков подчеркнул важность работы трехсторонней комиссии, в которой входят представители регионального правительства, бизнеса и профсоюзных организаций. Именно в трипартизме, именно в социальном взаимодействии, в социальном партнерстве мы можем говорить об устойчивом развитии Республики Карелия. И Союз организаций профсоюзов, и все наши отраслевые профсоюзы, естественно, многие, кстати, на общественных началах ежедневно работают над тем, чтобы и развивать профсоюзные организации, доказывать необходимость социального партнерства, оказывать помощь членам профсоюза, прорабатывать вопросы коллективных договоров. Для всех участников дискуссии была проведена экскурсия по городской теплоэлектроцентрали. По словам директора филиала Игоря Карца, в ближайшее время ТЭЦ может попасть в программу, в рамках которой пройдет ремонт ее первой турбины. Премьер-министр пообещал содействовать компании в этом вопросе. Денис Тюрин, Александр Борисов, Сампо ТВ 360.